будет. Всем привет. Всем привет. Что-то Маринка решила это. Я не знаю, как поддержать. Сегодня 23-е. С вами Александр. А, точно. И Марина. С вами Александр и Марина, вы на канале «Из Приморья с любовью». Сегодня 23 января. Декабря. Января. Такая теплынь. Я просто хотела показать, что теплынь. Вот теперь. Слушай, теплынь. Вчера я два раза машину мол. Да. Нет, ночью, я так поняла, завалило опять снегом, да? А теперь, ну просто весна. Красота весна. А Валерия Александровна снег ест. Да-да-да, я все вижу. Ешь, он европейский. Да, это точно. Лера, иди давай. Не, на улице очень хорошо, правда, сегодня. И такие деревья красивые, снегом припорошенные, снег липкий, только как раз снежки играть или лепить каких-нибудь снеговиков. Зимой вообще, если честно, не знаешь, чем заняться. Куда поехать, куда себя деть. Решили поехать в Балтимор. Не знаю, чем еще там будем заниматься. Прям расскажем. Ну и что ты скажешь? Людей не очень много в Балтимор. Фонтан выключили, вместо фонтана выросло дерево. Ну это так поливали часто. Детская площадка работает, открыта. На удивление парковка практически заставлена. Пустая. Середина вся пустая. Ну, в коридорах никого нет особо. Видишь, как? Кино что-то стало не сильно доступное. Кино, да. Ну это VIP-зал 480 рублей билет, а если обычно, наверное, 250 или 280. Хотя бы запустили так. Золотых рыбок. Да, было бы интересно. Карпа бы сейчас гладить. Это бы их замучили бы, да? Люди, все бы гладили. Думаешь? Да. Мало места. Пошлите мороженое. Не убегаю. Почему? Салфетку. Понятно. Здесь тоже есть джелатерия, вкусное мороженое итальянское. Да. Мы, как всегда, с ним, да? Нравится? А потом поедем. Вот. Вообще зона фуд-корта достаточно большая здесь, кто не был. Хорошо, что она работает, потому что было одно время, когда не работала. Было завешено все, ленточка не заставлена. Это на самом деле, ну вот скучно. Скучно, не знаешь, чем заняться. Девчонки, вам весело? Да! Детям всегда весело. Ну ладно, хоть вам весело, да, девчонки? Слушайте, мы первый раз пиццу взяли с айрой или с чем-то, какой-то рыбкой, с консервы. Однажды мы суши такое брали, да? В Токио или где? Нет, не в Токио, наверное, в Якитории. Ну, это, скажем, в Калининграде. Короче, в Калининграде. Для нас, конечно, приморцев было удивительно такие суши кушать. Теперь пицца с айрой. Да. Ну так-то, зато само тесто вкусное. Вкусное, Лер? Раньше было поел, неси за собой посуду, а теперь поел и надень маску. Так и будем, наверное, жизнь мерить до пандемии. Во время пандемии она, наверное, никогда не до закончится. Нашей эры, да? И после. Да. Вот такая детская площадка. В одном из перекрестков, скажем так, супермаркета. Но сегодня еще не очень много ребятишек. А как-то раз мы были, просто негде было побегать даже. Очень жаль, что мало в торговых центрах каких-то мест, где можно детям просто немножко отдохнуть, расслабиться, побегать. Вообще всего детского мало, потому что от шопинга все равно детки устают. Вот, как-то так. Некоторых Новый год еще продолжается. Новый год – это волшебство, которым хочется делиться. Калининград. Скажи привет другому городу. Отправь открытку, сделай новогоднее фото. Интересно, мы не были здесь на Новый год. А здесь так все прикольно. Зачем? Ну просто какую-то колбаску новую обнаружили. Да ну, белорусскую. 249 рублей. Кристина где-то здесь между рядов. Конечно, в Спаре, ой, в Балтимор огромный Евроспар. Глаза разбегаются, что брать, что не брать. Я нашла. Да слава богу.
Но Лена решила все-таки добить. Не знаю, понятно, что ролик получился, может быть, и непонятно о чем. На самом деле зима такое сложное время года, когда не знаешь, чем заняться, куда себе деть. Какой-то вот упадок сил. Ну, зима-то, конечно, полбеды. Просто когда люди приезжают, ну, сейчас скажете, конечно, у нас там, в этом, кто, ну, в Мурманске не видит зиму, да? Ну, да. Ну, имеется в виду, когда снег выпадает и грязь на улице, да. Не знаешь, куда деться. Вроде как бы надо ехать. И на лыжах не поедешь, снег тает, да? И погулять не пойдешь, потому что грязь, и что-то. Ну, в принципе, сейчас вот если полезть туда на гору, покататься на этих, на санках или еще на чем-нибудь, пока дойдешь, все ноги будут вот так. Мокрые. Да, потому что если была бы зима, снег бы натоптали, да, были бы какие-то дорожки, горки. Вот, очень сейчас плохо, что ничего не происходит. Ну, я не знаю, там, фестивали какие-то, да, ярмарки. Сейчас все пенсионеры тебе скажут, что вам все мало. Нет, мы желаем вам, чтобы обязательно в ваших городах было много интересных событий зимой. Чтобы у вас не было такого грустного настроения, особенно вот когда погода пасмурная, да? Ну, не то, что прям нету нечего поснимать, охота что-то с вами как-то пообщаться на какую-то тему. Предлагайте, может быть, да, тему. Да. Задавайте вопросы. Да, даже дело-то не в процессе, а просто охота общения. Не знаю, получается один негатив, хотя неохота его передавать. Ну, вот мы ролик сняли про ЖК Альпы, а многие, многие подумали, что мы как-то, не знаю, говорим, что сначала Калининград самый лучший, а и тут же вроде как хаем. Мы говорили не про Калининград, а именно про данного застройщика и тот район. Это же разные вещи. Поэтому стараюсь вроде, чтобы просто пообщаться, должна быть, как говорится, предлог для общения. Вот, одни ЖК ездить снимать тоже не всегда хочется, да? Да и это. Ну, если, конечно, есть у вас какой-то интерес, что вот, ну, действительно, может быть, вы где-то издалека и хотели бы посмотреть на свою строящуюся квартиру, напишите, мы съездим, нам не сложно. Вот. Так просто, что для общения съемка-то как раз больше с нашими друзьями, подписчиками. Так что? Конечно, сегодня тепло, плюс один. Да? Вот. Всю ночь опять валил снег. Утром тает все, да? Да, утром все тает. Вроде как не грязище, поскольку дорожки вроде маленькой, тротуарки посыпали. Хочешь маленько покажи? С одной стороны так это все выглядит там даже по-весеннему. И ничего. Ручьи вот видишь. Мусорки полные. Это мусорка какая-то на злосчастную, она всегда полная. Нет. Я имею в виду, что все дороги раскатали. Вчера-то здесь гололед был. Вчера был такой, целая процессия была. 5 дворников чистят тротуар, а 6-й идет вот так вот, как, знаете, как просто сею, посеваю. Раз. Вбрасывал песок, а сегодня вот все растаяло. Ты имеешь в виду, как будто сеял пшеницу? Но так это он красиво делал. Ну вот еще, это же компания «Чистота», они же на государственном основании. Ну, да. Поэтому не знаем даже, что вам особо как красивого показать. Хоть бы чуть-чуть. Вот бывает, знаете, снег, когда растает. Снег растает. А тогда хоть что-то можно еще пройтись где-то, что-то поснимать. Ну, девчонкам, конечно, было весело. Они побегали на площадке, поели мороженое, вкусную пиццу, побесились, посмотрели всякие интересные штучки в магазинах, да? Ну да, дети-то, конечно, давай поиграем в снежки. Поиграем сейчас, Тача, хорошо. Да, я в площадке на море. Хорошо. Я отнесу домой. Ну ладно, все теперь, на этом все? Наверное. Ладно, всем добра, всем пока. Всем добра, не грустите, зима скоро закончится, да? Да.